Низкую явку, я думаю, одной из причин является, не было такого, скажем так, ажиотаж. В первом туре много кандидатов, которые идут, депутаты горсовета, облсовета, они, безусловно, тоже ведут какую-то агитацию, подтягивают своих друзей, товарищей. Это дает определенную явку. Сегодня их нету, это первое. Кроме этого, после первого тура прошло почти месяц. Безусловно, немножко, наверное, люди подзабыли где-то. И, может быть, еще не уделяют такого должного внимания же второму туру тоже.